Добрый день, дорогие мои друзья! Приветствую вас на своем канале youtube.com Мила Курсув. Сегодня у меня немножко необычный день. Я приехала с турпоездки с Евро и, ну, уставшая. Надо что-то делать. Поэтому, конечно же, сделала, как всегда, я вам уже рассказывала, я брала столовую ложку меда. Вот это у меня кофе. Использованная кофе, которую я оставляю всегда для скраба. Сделала скрабик, очистила лицо. Затем сегодня огромное у меня уже было желание давным-давно сделать это так, здесь ценник. Вот это называется, я думаю, что вам видно, ламинария. Это морская капуста, 100% натуральный источник йода. Одна таблетка восполняет суточную потребность организма в йоде. И 200 миллиграмм йода. То есть, вот, пожалуйста, кто желает употреблять, здесь целая табличка есть для употребления вовнутрь. Я давным-давно использовала ламинарию, находясь на берегу Черного моря. И если вдруг вот эти вот водоросли вот эти попадаются, часто прикладываешь, ну, такой эффект очень хороший. Или ребята ныряют потом, я говорю, достаньте мне там, они достают, и вот, в общем-то, я использую это. Здесь у меня вот таких 10 упаковочек, и я использую 10 штучек таблеток. Беру, вот у меня это из-под меда, у меня вот такие замечательные плошки. Я сюда 10 таблеток, немножечко горячей, такой тепленько, градусов так, 35-40 водички, и растолочь надо. Растолкла, затем дальше сюда мы добавляем. Сейчас-то вы уже видите, что у меня этот эффект уже на лице. Я беру вот из-под какао, смешиваю масла в определенной плошке. Можно и сюда. Берем. Это касторовое масло. Ну, оно уже как бы масляное немножко. Но вот такая огромная бутылочка, ее надолго хватает, для косметики очень хорошо. Значит, мы сюда капаем где-то 8-10 капель в этот раз на эту процедуру, потому что она должна быть хорошо промасленная и хорошо дает эффект. Глицерин я всегда добавляю 5 капель обязательно, 5-7 капель, смотря у кого какая кожа. Срок реализации глицерина по 2019 год, по 2019. Обязательно добавляю витамин АЕ. Хотя здесь ламинария, здесь вся микроэлементная таблица, которая находится у нас в море. Но все равно витамин АЕ обязательно в масле добавляю тоже до 2016 года. Затем я люблю использовать наши масла. Вот оно, масло жожоба. Это крымские масла, но сейчас, к сожалению, не совсем выпускаются подряд Крым, привозят из России. Жожоба. Классно. И здесь есть инструкция, в каждой коробочке есть инструкция. Это эфирные масла. 2-3 капельки, можно 1-2 даже. Они имеют приятный, хороший аромат. Дальше у меня идет. Это розмарин. Вот такая коробочка. Вот он, розмаринчик. Тоже эфирное масло, буквально одна капелька. Он имеет очень мощный аромат. Если вам неприятен аромат водорослей, то вы можете капнуть для аромата. Так, розмаринчик сюда. Поскольку у меня уже все на лице, я вам просто рассказываю. Затем любимое мое масло, вот, пожалуйста, смотрите, хорошо видно. Это авокадо. Вот в такой бутылочке, тоже эфирное масло. Оно очень жирненькое, хорошее. И, конечно же, я сюда добавляю и 7-8 капель по желанию. Здесь в каждой коробочке есть инструкции, где вы можете ознакомиться для использования. Вот, допустим, как для ламинарии, так вот, огромная инструкция, ламинария. Вся микроэлементная табличка, которая здесь. То есть вы можете ознакомиться, очень хорошей подсказкой. Затем все это тщательно перемешали и наносим. Я уже как-то показывала в своем видеоролике, как мы наносим. Здесь мы вверх, потом сюда, сюда,
потом сюда, сюда. Здесь то же самое, повторяем. От носика берем и уходим наверх. Затем вот такие движения идут сюда. И здесь то же самое. Можно и этой ручкой, если вы можете, вот сюда, сюда, сюда. Нанесли на себя любимую. И здесь то же самое. Вот сюда. Если хотите, можете зону декольте сделать, пожалуйста. Уходит вот эти 10 таблеточек, вот этот весь состав, ну, буквально сразу, ну, где-то полная столовая ложка, может быть, чуть-чуть больше, и вы намазываете. И обязательно нужно занять положение лежа. 20-30 минут. Вы можете даже вздремнуть, уснуть, отдохнуть. Затем, вот как бы у меня уже настало тут время, то я обязательно, конечно, буду чуть-чуть тепленькой водичкой это смывать. Либо увлажненная салфетка я беру в плошку и вот так все это смываю. Промокаю, промокаю, убираю. После этого у меня обязательно кожа должна отдохнуть в течение часа, пропитаться хорошо ламинарией. Ну, а если вы выходите на улицу, то вот эта органа, органа можно использовать не только для волос, но также можно использовать органа для лица, кожи лица, шеи, декольте, для коленочек, для локотков, то есть для всех мест, где вы считаете нужным. Это очень хорошее эффектное масло. А сейчас еще, конечно же, уже давным-давно пора мне смывать это все с себя любимой. Вот. Я уже делала неоднократно эту маску. После этой поездки я, конечно, мечтала об этом. Я хочу с вами поделиться, потому что вот это лифтинг, вот этот крем, значит, для лица, шеи, декольте, ну, тем, кому уже за 45. Вот. Но я уже использую, и вот у меня заканчивается. И сейчас я специально пойду в магазинчик. Вот такая хорошая, глубокая плошка. Емкость очень хорошая здесь. Вот здесь получается 150, по-моему, миллилитров. Там на коробке точно написано. И я иду в белорусский магазин. У нас есть здесь белорусские магазины косметики. И их очень хвалят. Там все абсолютно есть. То я буду обязательно покупать. Вот этот мне понравился лифтинговый, буду приобретать. Затем в этом же белорусском магазине и в следующий раз я поделюсь вам, как я использую вот это Skin Light. Это гиалуроновая кислота, разглаживающая морщины маска. Обращайте внимание вот на такие маски. Здесь полностью расписана вся инструкция на том языке, на котором эта страна сюда поставляет. Вот. 18 миллилитров. Маска, как правило, такого плана. Она используется однажды. И все. Потом она уже теряет эффект. Но здесь очень хороший увлажняющий эффект. Я раньше использовала такого плана маски, то я использовала дважды. Обязательно в положении лежа занимаете, и вы можете отдыхать хоть час, пока она не высохнет, не пропитается все лицо. У вас есть для лица, для шеи маски большого плана. Вот. Есть вообще, можно найти большие, но это очень-очень бывает редко, где вы можете даже захватить зону декольте. Но это редко. Обычно, как правило, мы покупаем отдельно все это. Либо я просто набираю салфетки, и когда я готовлю сама растворы, да, нужно просто достать в аптеке, заказать гиалуроновую кислоту. Итак, дорогие мои друзья, я с вами поделилась сегодня, конечно. Вы знаете и видите меня, где я снимаю другие видеоролики, и где можно увидеть мое лицо, как оно выглядит. Поэтому я сейчас не буду занимать ни у себя, ни у вас время. Вы меня извините. Вот это все видно. Я сижу очень близко. Эффект 100%. Колоссальный.
дорогие мои женщины, дорогие мои девушки, дорогие мои бабушки и прабабушки, желаю вам всяческих успехов по уходу за своей кожей лица, шеи, декольте, для своей кожи тела. Всяческих вам благ, хорошего вам настроения, исполнения всех желаний. Пусть в ваших сердцах будет любовь, и пусть в ваших семьях царит счастье и благополучие, дорогие мои. До скорой встречи!